день в Армавире работают молодые депутаты со всего Краснодарского края. Какие вопросы обсуждали, расскажет Юлия Чернышова. Грейдирование дорог продолжается. До 1 июля планируют привести в порядок около 200 улиц. Суицид или несчастный случай? Мужчина выпал из балкона 9-этажного дома на родине. «Прощай, школа!» Сотни выпускников вступили во взрослую жизнь. Ирина Чупина побывала на общегородском выпускном. Второй день подряд в Армавире проходит выездное заседание Бюро Президиума Совета молодых депутатов Краснодарского края. Парламентарии со всей Кубани обсуждают ряд актуальных социально-политических вопросов. В числе приглашенных гостей на мероприятие депутаты ЗСК и Государственной Думы. Я предлагаю активизироваться и действительно выстраивать такое более тесное взаимодействие. На самом деле сейчас очень много дается возможность и на федеральном уровне, и на краевом, чтобы продвигать те или иные проблемы. Поэтому от нас что требуется? Энергия молодых, да, то, что у нас есть. И, конечно, желание быть первыми. Тут не надо бояться быть первыми. Вот. Если мы все вместе будем поднимать вопросы, то мы, безусловно, их будем решать. И давайте тогда вместе работать над улучшением нашей Кубани. На обсуждение были вынесены два главных вопроса. Первый – работа в области реализации на Кубани комплекса мероприятий, посвященных Году добровольцев в России, активизация участия молодежи в общественно-политических процессах и формирование кадрового резерва. В рамках второго вопроса состоялся обучающий семинар по освещению деятельности Совета молодых депутатов Краснодарского края. Говорили также о наболевшем, пенсионной реформе. Депутат Государственной Думы Дмитрий Ломейкин предложил молодым коллегам на местах работать с населением, рассказывая о необходимости увеличения пенсионного возраста. 46 миллионов человек – это те люди, которых мы должны содержать. При этом, если мы посмотрим, вот мы как раз с Александром Викторовичем в начале встречи обменялись, если в среднем по стране сегодня соотношение трудоспособного населения и пенсионеров 1,8, то есть 1,8 человека трудоспособные должны содержать одного пенсионера. В Краснодарском крае эта цифра еще ниже. Армавир выбран для проведения выездного заседания не случайно. Лучшими по результатам работы за прошлый год стали молодые армавирские депутаты. В целом работа выдалась весьма плодотворной. Заседание Бюро Президиума Совета молодых депутатов проводится дважды в год. Это возможность для парламентариев нашего края обменяться опытом, наметить планы дальнейшей работы, совместно выработать решение различных проблем. Юлия Чернышова, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Очередной день общественности начался с обсуждения насущных вопросов муниципалитета. Их прокомментировал первый заместитель главы Армавира Александр Руденко. Июнь был насыщен событиями. В частности, большое количество мероприятий состоялось в городе в День России 12 июня. 17 числа около 12 часов начался резкий подъем уровня воды в реке Кубань. Был введен режим повышенной готовности. Хочу сказать, что уровень был в порядке, не было неприятных явлений, но дамбы выдержали, дежурство показали, что объекты находятся в удовлетворительном состоянии после прохождения паводка. Пока уровень находится на стабильной высоте, но тем не менее, значит, далеко до опасных явлений. Мы полагаем, что такого уровня спроса уже не будет, дожди закончились, гидроузлы приведены к нормальному состоянию работы. Вот, но продолжаем контролировать ежедневно, два раза в день. До конца недели в Армавире столбик термометра по-прежнему будет держаться на высокой отметке. В дневное время он будет достигать 37-40 градусов. В связи с этим заместитель главы попросил армавирцев соблюдать осторожность и предпринимать необходимые меры. Уже в субботу температура начнет понижаться. На повестке дня 27 июня было 10 вопросов, основная часть которых коснулась сферы жилищно-коммунального хозяйства. О работе 12 управляющих компаний города и их обязанностях рассказал начальник управления ЖКХ города. Хочу обратить внимание, что по управляющим компаниям снизилось на сегодняшний день количество обращений, связанных с работой управляющих компаний. В зависимости от количества многоквартирных домов и площади, количество обращений составляет от 5 до 20 в год. Ну, это если сравнить с аналогичными периодами прошлых годов, конечно, это идет уменьшение сегодня количества обращений. Многие обращения связаны не только не с деятельностью физической как бы, управляющей компании, не с производством работы, а сегодня основаны на том, что люди жалуются на неправильное начисление общедомовых нужд,
либо связанные с начислением за оплату. Дмитрий Чмош обратил особое внимание на планирование и проведение текущего ремонта. Сюда относится замена входных дверей, ремонт подъездов и кровли. В рамках вопроса повестки заслушали председателей ТОС, высказавших свое видение взаимодействия управляющих компаний с многоквартирными домами. Не все действия коммунальщиков вызывают одобрение старших по дому и жителей. Если раньше управляющая компания давала нам отчеты выполненных работ, и там было указано, что сделано и сколько потрачено, разность оставалась на счету дома. Сейчас все деньги, что заложены в перечне, остаются в управляющей компании. Была выполнена работа или не была? До 90% отключения электроэнергии в городе происходит из-за нарушения охранных зон линии электропередач. Сетевая зона производит опил зеленых насаждений вблизи линии электропередач в соответствии с планом. Жителям также необходимо следить за деревьями и кустарниками. Зная нашу особенность Краснодарского края, что у нас достаточно хорошо зеленые насаждения прорастают, периодически это происходит до 1,80 метра в год, это сезон. Хотелось бы донести до жителей, что необходимо принимать меры самостоятельной пропилки и вырубки данных деревьев, потому что сетевая организация, в принципе, не может справиться с данным объемом. От жителей поступила жалоба на некачественное освещение впоследствии замены уличных светильников. Главный инженер НЭСК электросети пообещал проверить и найти решение проблемы. Рассказали присутствующим и о порядке начисления платежей за коммунальные услуги в целях содержания общедомового имущества. Размер расходов граждан на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества, определяется, исходя из нормативов потребления, утвержденным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В нашем случае это приказом региональной энергетической комиссии Краснодарского края. Согласно действующего законодательства, плата за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, выставляется ресурсоснабжающей организацией, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, а управляющая организация, в свою очередь, выставляет соответствующую плату собственникам помещения в многоквартирном доме в составе платы за содержание жилого помещения. Гражданами был поднят вопрос о порядке начисления АО «НЭСК Армавир Энергосбыт» платы в целях содержания общего имущества многоквартирного дома. В связи с этим в прокуратуру Армавира было направлено соответствующее письмо. В настоящий момент оно находится на рассмотрении. Ирина Чупина, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Грейдер пылит и работа кипит теперь уже в районе МРЭО ГАИ. В Армавире близится к завершению первый этап ремонта дорог. Сроки до 1 июля. В плане стояло 184 улицы, отработать осталось только 20% из них. Спецтехника отправится утюжить гравийные дороги в сторону улиц Новороссийской, Сочинской. Вернется туда грейдер вновь уже нынешней осенью. Сроки, первый этап, середина мая, конец июня. Должны успеть. Второй этап – середина сентября, конец ноября. При этом производится лишь точечная отсыпка проезжей части песчаной гравийной смесью. За два сезона на ремонт гравийных дорог из городской казны будет потрачено 2 400 000 рублей. Юлия Чернышова, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Пенсионер выпал из балкона 9-этажного дома. Трагедия произошла в половине 10 вечера 26 июня в общежитии по улице Новороссийской в районе Родины. По словам местных жителей, погибший был инвалидом по зрению. Он мог просто оступиться и упасть с этой высоты, тем более, что и сам балкон обветшалый. Очевидцы сообщают, мужчина умер сразу после падения. Смерть констатировали прибывшие на место медики. Представители правоохранительных органов пока никак не комментируют произошедшее. В Армавире начальник исправительной колонии оштрафован за невыполнение законных требований прокурора. Как ранее показала проверка, начальник ИК номер 4 проигнорировал письменное обращение осужденного, что является нарушением требований уголовно-исполнительного законодательства. Контрольная проверка также показала, что нарушение не устранено после вмешательства прокуратуры, после чего в отношении начальника исправительного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Более 660 армавирских выпускников попрощались в этом году со школой. 26 июня на центральной площади города состоялся выпускной бал. В самом начале по площади торжественно прошествовали виновники торжества во главе с педагогами. Для вчерашних школьников, вступающих во взрослую жизнь, прозвучало множество теплых напутственных слов.
Мы хотим вам пожелать всего самого доброго. Хотим надеяться на то, чтобы у вас остались очень добрые, очень славные впечатления о ваших 11 школьных годах. Хотим, чтобы у вас все сложилось. В добрый путь, наши дорогие выпускники. Удачи вам, здоровья и благополучия. Быть достойными последователями своих родителей, педагогов и реализовать себя во взрослом мире – основная задача вчерашних школьников. Они же, в свою очередь, являются воплощением будущего нашего города, страны. Я хочу, чтобы каждый из вас написал свою историю в истории этого города, чтобы мы вами могли гордиться. Мы желаем вам всем, чтобы у вас все получилось, чтобы вы ставили перед собой самые невыполнимые задачи, чтобы вы стремились всегда только вверх и быть лучшими, потому что мы живем в прекрасной великой стране, которая, я еще раз говорю, надеется на вас. Поздравляю выпускников и депутаты законодательного собрания края. Сегодня вы вступаете в другую, делаете шаг в другую жизнь, взрослую жизнь, поэтому цените то, что у вас есть, цените вашу дружбу школьные годы, цените то, что у вас вложили ваши учителя и те моменты, может быть, иногда хорошие, может быть, иногда трудные моменты разделяли с вами ваши родители. От лица депутатов хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Дерзайте, у вас все получится. Для выпускников-медалистов на центральной площади расстелили красную ковровую дорожку. В честь лучших из лучших выстрелил залп золотого дождя как символ звездного старта выпускников. Тысячи сияющих брызг закружились над площадью, а в воздух взмыли золотые звезды, провожая ребят в новую взрослую жизнь. Отдельно отметили выпускников, получивших за ЕГЭ высшее количество баллов. Почетные грамоты и презенты выпускники-стобальники получили из рук первых лиц города. На этом официальная часть закончилась и началось самое интересное – песни, танцы и веселые конкурсы. Это танцевальный батл, в котором выпускники школ поборолись на звание самой зажигательной, ритмичной и сплоченной команды. Ну а зрители с интересом наблюдали и повторяли энергичные движения ребят. Самой неожиданной и яркой частью вечера стало появление в небе над Армавиром самолета юности, рассыпающего разноцветные листовки. В каждой напутственные слова для выпускников, пожелания удачи и счастливого будущего. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира.